Привет всем, с вами Александра. Мы делаем расклад на неделю с момента вашего просмотра на следующую неделю. Мы делаем расклад, как всегда, на одной колоде. Я разделяю ее на три части. И выбирайте свой вариант. Первый, второй или третий. Кучку. Ну и так, кто выбрал первую треть колоды? Или кучку номер один? Нам выпадает семерка жезлов и король жезлов. У-ху-ху, мои хорошие. Кто-то из вас отстаивает свои интересы, отстаивает свои права, отстаивает свое мнение. Довольно-таки серьезно, жестко. И, может быть, даже повернулся и ушел, развернулся, хлопнул дверью. Король жезлов у нас здесь отвечает за свои поступки. Семерка жезлов показывает, что вам нужно проявить какую-то смелость в чем-то. Может быть, в договоре о чем-то, может быть, показать себя с другой стороны, показать, что вы можете настоять на своем, или, может быть, что отступать не будете. Несмотря на то, что у вас здесь есть довольно серьезный, может быть, противник или конкурент, и, возможно, какие-то преграды этот человек вам ставит, и вам нужно их преодолеть. Здесь может быть, что если вы, например, в отношениях, что здесь может быть какая-то негативность со стороны партнера, которую вы должны будете, как притушить или победить. То есть вы должны себя здесь будете поставить в позицию, такую доминирующую позицию. И у вас, похоже, есть для этого серьезные основания, я бы сказала. Потому что у вас есть умение и силы, и желание, может быть, разрушить что-то, что этот человек построил, может быть, что-то шаткое и неустойчивое, если это предложение или бизнес, что это может быть что-то, что не соответствует вашим взглядам, как это должно быть. Вы очень серьезно настроены. Здесь выпадает король мечей. Король мечей здесь человек, который объективно рассуждает, да? Это может быть бывший, потому что возможно, что вы в самом деле повернулись и ушли. Вот мы видим здесь семерка мечей говорит об этом, да? Может быть, вы взяли паузу. Может быть, вам нужна эта пауза. Может быть, этот человек, может быть, его выставили за дверь. Такое тоже может быть. А король мечей — это может быть вы. Потому что это человек, который стоит за правду, у него ясный ум, он умеет разговаривать, он искренний, но и в то же время расчетливый. Да? Это могут быть какие-то области, такие как власть, медицина также. Может быть, кто-то из вас отправился на консультацию, может быть, это хирург, может быть, это какое-то неожиданное известие о том, что вам нужно улучшить свое здоровье. Или, может быть, это незапланированный какой-то поход к врачу. Здесь такое тоже может быть. Но не волнуйтесь, мои хорошие. Здесь все будет нормально, потому что здесь выпадает девятка пентаклей. Что бы ни было, если бы это ваш человек был, вы ушли, бизнес, какие-то недопонимания случились, вы здесь, конечно, защищаете свои интересы. У вас в самом деле нормальный, здоровый образ жизни. Вы чувствуете себя довольно гармонично, у вас все нормально, вы в безопасности. И даже если это здесь и споры, ссоры со своим второй половинкой, здесь тоже говорится о том, что у вас все спокойно в вашем доме. Ну, это пройдет. Пусть ушел и вернется назад, или вы выставили кого-то и потом, может быть,
примете этого человека назад. То есть здесь, конечно, кому-то нужно о чем-то подзадуматься, потому что какие-то не очень счастливые времена вы хотите оставить позади, вы хотите оставить для себя такую удовлетворительную домашнюю жизнь, чтобы у вас было спокойно на работе, чтобы у вас все устраивало, чтобы вы были в комфорте. То есть вы здесь точно совершенно защищаете свои права, границы, и у вас это получается. Но единственное, что может здесь быть, здесь также может отдаленно быть какой-то треугольник. Может быть, у вас есть два человека. То есть один из этих королей может быть один из ваших, может быть, потенциальных партнеров, и вам придется с кем-то из них расстаться или кому-то, может быть, принести такую новость о том, что вы уже заканчиваете эти отношения. Так что так, это кто выбрал у нас первый вариант. И мы приступаем ко второму. Ну что ж, для тех, кто выбрал второй вариант или вторую кучку, вторую часть колоды, нам выпадает очень энергичная карта. Туз жезлов. И на его пути стоит туз чаш. Явная перемена в обстановочке. В вашей окружающей среде происходят благоприятные перемены для того, чтобы вы что-то сделали или новое, или с кем-то встретились новым. Уж очень... Может быть, вы переезжаете или переехали. В общем, вы поменяли свою обстановку каким-то образом. Может быть, кто-то ушел или уехал из вашей окружающей среды, и воздух как бы стал более свежим, более продуктивным. Здесь очень много физической энергии, сексуальной энергии. И, возможно, если у вас было плохо, то станет очень-очень хорошо, потому что вы будете чувствовать это. Какие-то перемены в воздухе, какое-то новое начало в воздухе. Стагнация заканчивается, физическая или сексуальная стагнация тоже заканчивается. А вам будет хотеться начинать что-то новое, вам будет хотеться что-то делать, не сидеть сложа руки. Возможно, придут какие-то гениальные решения ваших проблем, и все это будет, скорее всего, связано с чувствами. То есть чувства идут в гору. Ага. Тройка пентаклей говорит о том, что это может быть где-то на работе даже. Или, вот как я упомянула раньше, может быть, кто-то из вас точно переезжает. Ну, в общем, дела начинают двигаться довольно-таки активно. Или дела, или по тройке пентаклей какое-то сотрудничество. У некоторых, может быть, кто-то... Знаете, тройка — это все-таки друзья, знакомые, соратники, сослужители, может быть, даже и родственники, кстати. То есть у кого-то, может быть, прибавится творческой какой-то активности, может быть, контракт какой-то появится в работе, может быть, вы что-то продадите, в конце концов, то, что не могли продать. Что-то такое, что вовлекает людей в вашу ситуацию, новых, может быть, о которых вы не думали, знали, но не думали, которые, может быть, помогут вам продвинуться вам или вашему делу, да? Потому что здесь, возможно, кто-то вам посоветует, и вы найдете новую работу, которая вас будет больше устраивать. Такое тоже может быть. Может быть, по этой работе вам придется переехать, или же, если вы чувствуете, что у вас должны быть какие-то перемены, может быть, вам нужно поменять место работы, может быть, вы уже полностью созрели и готовы, и Вселенная говорит: давайте, двигайтесь вперед. По карте колесницы, да, это триумфальный прорыв вперед, движение. Может быть, кто-то посетит, как я и сказала, какой-то посетитель, может быть, к вам приедет, или вы кого-то посетите, но ненадолго, да? У кого-то, может быть, это связано даже с покупкой нового средства передвижения, ну, может быть, не мотоцикла, но машины, по крайней мере, да?
Так, дальше что? К чему же это нас ведет? Ну, тяжело заработанные деньги, но успешно, может быть, потраченные или вложенные. Вы будете думать, что вот на этого человека мне не жалко, или вот на этот дом мне не жалко, или вот на эту работу мне не жалко. И вас поддержат, у вас будет поддержка до поры до времени, пока, возможно, кто-то не увидит ваш дикий успех и не станет завидовать. Здесь такая зависть прослеживается. То есть начинается все, как только начинается все. Были друзья-друзья, например, знакомые-знакомые, родственники-родственники. Как только начинается что-то двигаться, что-то изменяться в лучшую сторону вашей жизни, люди тоже начинают меняться. То есть не бывает худо без добра, как говорится в этом раскладе, мои хорошие. Но держитесь, потому что если этот человек или люди проявляют себя таким образом, у вас есть хорошие возможности избавиться от них, может быть, оставить их, отпустить. Да? Шестерка мечей говорит, что иногда нам нужно от чего-то просто уйти, просто не ввязываться во что-то, дать этим людям свободно проявлять их токсичность, но не в вашей окружающей среде. Здесь очень похоже, конечно, на переезд или уход, или перемену дома, работы, или просто окружающей среды в очень положительном виде. Здесь может проиграться какой-то любовный треугольник. Может быть, кто-то от кого-то ушел, но это здесь будет такое радостно принятое событие, то есть наконец-то вы можете вздохнуть. Ну и так, кто выбрал третью кучку наших карт или третий вариант, нам выпадает карта «Мир». Очень хорошая карта. Карта, говорящая о том, что большой-большой какой-то цикл или достижение подходит к концу. То есть что-то, какой-то успех, который вы заработали, вы нашли все, знаете, все концы завязали, все сделали правильно, как вам хотелось. Может быть, нашли свою вторую половинку и думаете, что вот конец наступил моей прошлой жизни. Знаете, для кого-то может проиграться как расставание, ну, как бы логический момент в отношении двух людей, да, потому что выглядит, что у вас есть выбор, выглядит, что у вас есть большие возможности, и вы запланировали какие-то перемены в своей жизни, вы просто находитесь в ожидании, произойдет, не произойдет. Здесь также может быть это ожидание какой-то новой встречи или наконец-то встречи, как многие знают, карта «Мир» может говорить об интернете, о нашем таком электронном мире, да, развитии каких-то отношений, и, может быть, это вызывает страх, опасение, но вместе с тем вы уже планируете какие-то движения в сторону друг друга, да, то есть это ожидание чего-то такого радостного и что, ну, трепещущего такого. Сердце ваше и ум ваш уже погружены в какую-то надежду, новые какие-то возможности. Но, может быть, страшно здесь, да? Может быть, для вас это необычный шаг. Может быть, вы, некоторые из вас, в самом деле переезжаете, и вам жалко как-то оставлять все, что было наработано, но вы довольны. Вы решаете, что вам нужно двигаться вперед. Какая-то глава вашей жизни закончилась. Карта силы говорит о том, что у вас есть, конечно, страхи, но
У вас есть также и сила духа, умение справляться с трудностями, может быть, устойчивость такая к трудностям, да? Вы можете находить определенные пути решения проблем для себя, чтобы брать контроль над любой ситуацией, которая с вами встречается, в которой вы сталкиваетесь. Здесь говорится о таком довольно серьезном самообладании, когда вы можете усмирять этого зверя, усмирять свои инстинкты и делать так, как лучше вам, несмотря на то, что страшно. Для некоторых может проиграться, что вы случайно, может быть, вовлечете себя в какой-то любовный треугольник даже. Будьте внимательны. В них легко очень входить, но очень трудно выходить из этих треугольников, чтобы потом не сожалеть. Может быть, возможно, это не стоит начинать. Здесь карта может говорить как раз об этом, о том, что вы наконец-то встретили то, что человека, который вам по душе, и оказывается, что он, например, занят, или у него есть другой партнер, поэтому здесь могут быть переживания тоже. Но это говорит о том, что вам придется познать свою силу духа. Вам придется, может быть, усмирить какие-то свои инстинкты и пойти использовать силу воли, чтобы принять какое-то разумное решение для себя. Не подавляя свою сексуальность в то же время, не привязывая себя, может быть, с человеком, который не сможет вам дать того, чего вы достойны. Потому что здесь карта старшего аркана рядом с силой — это тоже как бы завершающая, перерождающая карта высшего суда, да? То есть здесь сильная индикация есть того, что что-то меняется в вашей жизни значительное, потому что мир — это заканчивание определенного цикла, и карта суда — это может быть второй шанс. Вы даете сами себе, может быть, вы воскрешаете свой дух. Может быть, у вас появляется второй шанс что-то переделать, сделать лучше. Или отпустить кого-то с миром. Осознать, что это не ваше. Простите, благородно, может быть, удалиться. Но в любом случае вам придется встретиться со своими страхами, со своими какими-то обидами и комплексами. Но это как раз говорит о том, что если было расставание или размолвка, то вы можете всегда начать или заново, это от вас зависит это решение, вступить в новый этап вашей жизни или нет. Хорошая карта шестерка жезлов говорит о том, что победителем можно только стать тогда, когда вы вступаете в какую-то борьбу, когда вы в самом деле преодолеваете трудности. А иначе вы не победитель, вы просто тогда ожидатель будете. Здесь вы завоевываете респект, ну, уважение. Уважение не только других людей, но и самого себя вы уважаете. У вас растет уверенность в своих силах. Да, потому что семерка пентаклей говорит, если вам и придется начинать заново, у вас есть терпение, что-то новое, если вы стараетесь воплотить в своей жизни, у вас это получится, вы уже делали не один раз. Что-то, что вас не очень устраивает, или вы знаете, что приведет к последствиям таким, как было раньше, вы не хотите этого в своей жизни. Пятерка чаш говорит, вы знаете, что было в прошлом, даже иногда, если это было приятное, временное событие, то некоторые приятные вещи плачевно заканчиваются, а вы, в общем-то, не хотите наступать на одни и те же грабли. Вам нужно посмотреть на те две чаши, которые перед вами. Вы стараетесь это делать довольно успешно. Оставить печаль, грусть, не получилось то, что хотелось, или закончилось то, что нравилось, или закончился какой-то большой цикл жизни, и вы понимаете, что это не только от вас зависит, но и от просто от времени, потому что
Это время, проходит время, и люди меняются, обстоятельства меняются. Даже любимая работа может стать нелюбимой, потому что поменялся коллектив, например, или начальник, или еще что-то. То есть какие-то изменения произошли, которые, ну, они такие логичные, потому что все должно двигаться, да? И вам нужно двигаться вперед. У вас будет очень-очень много размышлений, как возродить себя из пепла на следующей неделе. Я желаю вам успеха. Силы у вас есть. Мне приятно было читать для вас, дорогие зрители. С вами была Александра. До следующей недели. Пока.